Сегодня первый день нашего путешествия команды Arctic Trax по полуострову Мангистау. Экспедиция началась из уютного отеля в Актау, расположенного на берегу Каспийского моря. Мы выходим сейчас фактически на берег Каспийского моря. Нам сегодня очень везет, потому что вода фантастического бирюзового цвета. Мы вышли степями на мыс Выголган. Посмотрели это умопомрачительное место, вот это место, которое называется «Павшая земля», когда огромный пласт обрушился и в результате этой катастрофы создал просто какое-то природное произведение искусства. После этого мы прошли по камням вдоль Каспийского моря, посетили озеро Куздыкары. И сейчас, в обеденное время, приехали в красивейшее место, где наш шеф Максим готовит плов. Максим, что у нас сегодня на обед? На сегодня плов и салат кетчуп. Сейчас мы перекусываем и дальше в путь. У нас сегодня еще достаточно много задач. Посетить очень интересные, красивые места. И вечером нас ждет базовый лагерь. Сухо-сухо, такое серое, и тут бац, такой оазис, яркие зеленые деревья. Подземная мечеть Султан Йипе является одним из самых почитаемых священных мест в регионе. Некрополь Кенты-Баба – удивительное место, насыщенное историей и духовностью. Наших ребят просто разрывает от тех впечатлений и тех объектов, которые мы увидели. Весь день мы в движении, очень хорошо пообедали, а сейчас приехали в базовый лагерь. Комплекс Сартас, недалеко от Каспийского моря. Сейчас мы будем ужинать. Развернули интернет Starlink. Будем наслаждаться теми впечатлениями, которые получили. Ну вот, значит, в таких юртах сегодня мы будем ночевать. А вот и наша берлога. Опа. Электрическая лебедка – один из важнейших элементов на бездорожье. Arctic Trax применяет топовые лебедки Comap Winch. Я скажу, что это одна из лучших лебедок. Управляется лебедка с помощью пульта управления на кабеле, либо дистанционного пульта управления. Сначала мы включаем массу, подключаем пульт управления, начинаем работать. Второй день мы начали с исследования каньона Капамсай. Это живописный природный коридор, образованный осадочными отложениями юрско-мелового периода. Для плавания все приготовлено, дрова, казан. Раньше здесь, видишь, юрта стояла. Собирали? Да, собирали юрту. Там вот вода. Ну, здесь все готово для того, чтобы любой человек... Здесь могли остаться. Да, мог остаться. Да, там жилище. Там жилище, вот здесь жилище. Огромные меловые скалы каньоны местами достигают 70 метров и поражают своей суровой красотой. Как тут красиво! Раньше здесь были ступени, которые уже были вытерты ногами за сотни лет. Подземная мечеть Шакпак-Ата, названная в честь святого старца, олицетворяет таинственность и сакральность региона. Страшно он почему? Потому что вы не будете видеть следы перед собой. Здесь нужно будет просто преодолеть страх,
продвинуться вперед, автомобиль перегнется, и вы встанете на колею. Затем, что важно, нужно сразу понять, грунты сухие и не скользкие. Вот это самое главное. То есть, соответственно, здесь обеспечивается достаточное трение. Спускаемся мы на пониженной передаче. Первый начальный обучающий этап вот я рекомендую делать так. То есть первое пониженное, за счет торможения двигателя спускаемся и включаем режим спуск горы. Если вдруг по какой-то причине вы пошли переворачиваться, руль резко поворачивается в сторону опрокидывания. То есть задача выставить автомобиль перпендикулярно склону. Как мы поднимаемся? Поднимаемся мы также на понижайке, не допуская пробуксовки колес. Можно на прямой передаче, можно на второй механической пониженной. У нас будет еще один участочек, он более психологически страшный, но мы его пройдем. Старались, как могли. Уже едем много километров по степи. Колеса на наших автомобилях Arctic Trax 35 дюймов. Давление в колесах 1,6. Идет очень комфортно. То есть дополнительная амортизация приносит удовольствие движения по степи. Завершился наш день в полевом лагере у подножия красивейшего каньона, где прошел незабываемый концерт казахских исполнителей, играющих на домбре. Акустика места завораживала, а звуки передавались потрясающе. Такая ситуация случилась, что наши друзья-казахи выехали без топлива и пришлось оказать помощь. Друзья, добрые дела, это всегда хорошо. Трасса, она значит одна дорога. Вот, мы поможем, нам помогут, и удачи в нашем этом великом деле. Начало третьего дня ознаменовалось посещением долины шаров Тарыш, где разбросаны тысячи каменных шаров, диаметр которых варьируется от 1 до 3 метров. Далее мы через Солончаки отправились к обособленной настоящей горе необычной формы – Шеркала. Один из главных символов Мангистау, обладающий мистической притягательностью. Экспедиция мне понравилась организованностью. Компания Arctic Trax вместе с Евгением Шиталовым очень ответственно подошла к экспедиции. Ко всем были терпеливы, всему обучали, рассказывали, как нужно проходить всякие сложные участки внедорожные. Далее наша экспедиция направилась в долину замков Айракты. Настоящая жемчужина Мангистау, где скалы каньона создают сказочный город. Два дня мега-погружения в Казахстан. Вчера день был посвящен внедорожной школе. Мы обучались подниматься на крутые склоны, спускаться, брать крены и преодолевать другие препятствия. Ребята получили достаточно хорошие навыки. И сегодня мы очень активно все это использовали. Сегодня даже я, человек искушенный, влюбленный в этот регион, получил неслыханное удовольствие. Виды Айракты, которые мы прошли насквозь, Рубилово в Солончаке, поле конкреции. А самое главное, что то, чему мы вчера учились на школе внедорожного вождения, сегодня все ребята применили на практике. И это очень-очень здорово. Барханы преодолеваются
строго перпендикулярно, так же, как и спуски. У нас есть огромный плюс, это подготовка Арктитракса. То есть это 35-е колеса с увеличенным углом съезда-заезда. Широкая шина, и за счет давления 0,8 мы удельную нагрузку на грунт минимизируем. Мне особенно запомнился внедорожный песчаный участок, потому что в нашей средней полосе России получить такой опыт практически невозможно. А здесь мы, по сути, оказались в настоящей пустыне. Рано утром 4-го дня экспедиции мы направились покорять пески пустыни Туесу на автомобилях Arctic Trax. Это совершенно другой стиль вождения. Танк 300 в доработке Arctic Trax просто перевернул мое представление о китайском автопроме. В этот же день отправились к горе Бакты. Гора состоит из пород разных цветов, которые чередуются между собой. И далее мы уже отправились к урочищу Бозжира, месту, поражающему колоссальными обрывами и отдельными горами-останцами. Участники экспедиции остались на Бозжире с ночевкой в палатках. Ночевка позволила насладиться звездным пейзажем над живописными скалами, а утром увидеть эти же горы в насыщенном цвете от рассветного солнца. Что должно быть в каждом автомобиле Arctic Trax? Ну, начнем с дефлятора. Это прибор, с помощью которого можно очень быстро встроить колеса. Это необходимо, когда вы заезжаете на грунты, где необходимо низкое давление. Ну, например, как было в нашем случае, заехали в степь. Либо, когда заезжаем в пески. Колеса нужно встроить очень быстро, потому что если это делается в составе колонны, стравливание колес без дефлятора займет очень долгое время, а это потеря. Как эта штука работает? Мы прикручиваем на сосок, после этого выкручиваем золотник. Одновременно с этим смотрим на давление в колесе. Это происходит очень быстро, оперативно и легко контролировать давление в колесе. После того, как вы стравили давление, вы вкручиваете золотник и откручиваете приспособление. Интегрированный в автомобиль автомобильный компрессор. Он двойного назначения. Первое, он управляет блокировками, включение блокировки задней и передней. И второе, с помощью его можно накачивать колеса. Берем шланг, вставляем. Все, компрессор готов к использованию. Эту часть мы присоединяем к колесу и производим накачку колес. Шланг воздушного компрессора идет с манометром. Серьезное такое вот именно впечатление и запомнится мне на долгие годы, это осталось урочище Бозжира. То есть настолько масштабная, огромная местность, так скажем, я даже не знаю, как это правильно назвать. То есть ты стоишь, и у тебя 360 градусов вокруг тебя просто какая-то марсианские пейзажи. То есть нету никакой цивилизации, людей, машин, строений, вышек даже сотовых, ничего нет. Только вот великая такая вот монументальная сила природы. Но, по сути, честно говоря, экспедиция понравилась всем. Она абсолютно соответствовала и даже где-то превзошла мои ожидания. Я получил все, что хотел. Я получил кучу просто впечатлений. Даже чуть больше, может быть, чем где-то я хотел. Очень много эмоций, очень много интересных мест.